ты ожидал, что еще один чемпионат, титул чемпионата Европы ты выиграешь? Да, мы работали над этим и собираемся еще не один чемпионат выиграть, как минимум хотя бы еще 5-6. So we work hard for to do this and we expect to win more European championships, maybe 5 or 6 times. Как прошла сегодняшняя гонка? Гонка прошла отлично, правда, немного встречный ветер, а так все отлично. So the race was good, great, and but a little bit wind in front, but the race was very good.